bend you like it's on a shit. I don't give a fuck unless you're talking with the money clips. Вон, кстати, рюкзак. Вводите теперь? Видимо, да. Не, я же покупала. Вот еще такой есть. Мини. Это как будто чао с Турцией. Но у нас такого нет. Он, кстати, качественный. Прикольный. Мне кажется, когда у него появится ребенок, он его будет всего одевать в чао. Нет, это же вообще. Ну да. Смотри, как он красиво одет. Вообще. У него, короче, белая футболка вот такая с синими элементами. И у него кроссовки белые с синими элементами. Как мне очень нравится. Мне очень нравится. Вать! Тут везде к чау, короче, этот. Тут есть гонки. Бесполезные гонки. А зачем мне это? Ты с ними таскаться еще будешь? Зачем тебе? Нет. Ну хоть на диван их накидать, Гарри Поттерский. Я как паровозик полосить. Паровозик, кто с ним? Причем тут паровозик? А ты умеешь играть в бадминтон? Да. Да, правда умею. Умеешь? Да. А где мы можем поиграть? Поиграла с тобой. В этом свете, скорее всего. Почему? Бать, капец, этот бадминтон клевый. Я хочу бадминтон. Слушай, я думал, может, этот водяной пистолет купить и бегать с тобой? Не надо. Ты меня за***л с этим пистолетиком. Давай купим машинки на противоположение. Я думаю, быстрая машинка на радиоуправлении должна стоить, я не знаю, 10 тысяч лир. Да. Или 3 тысячи лир минимум. 10 тысяч лир или 3 тысячи. Минимум. Какого Вадима рост? Вадима рост 165. Что ты 165? 165, мне сам говорил. Хочешь вот так отдыхать? Вот так отдыхает настоящий мужчина. Это отдых. Да, блин, мы когда пойдем купаться? Давай сделаем как-нибудь стрим из бассейна. Да, с не с пузиком. Я пузиком только взять так. У тебя нет пузика. А ты почему? Это не пузика, это животик. Скажи, животик просто. Смотри, он тебя даже не выпирает. Да, конечно, не выпирает. Не выпирает, как вот эти кегли. Чисто как это. Да, пресс прям. Да, нет, у тебя же. Вообще нет. Это знаешь, как бустер говорит, что у него... Этот жир. Давай будем готовить пиццу. Телефон. Я мужик вообще ебался. Не, смотрите. Это моя мечта. У моего ребенка все будет. Четвертая касса свободна. Чтоб ты понимал, я хотела быть кассиром в детстве. Ну, почти видно. Че, у тебя математический склад ума? Да, я знаю, кстати. 18 плюс 18. 18, 30, 42. 36. Ты можешь 8 плюс 8 добавить, да, просто? 16. Ой, я испугалась. Бывай. Уберите свою волыну, пожалуйста. А что, если я мочку против твоей пуколки? Сдавайся. Counter-Strike, ребята. Еб. Какая это часть. Как бы ты был хорошим отцом или нет, какими были бы родителями. О, реально! Юзик. Давай сделаем какой-нибудь такой стрим, типа каким. Юзик. Ну какой юзик? Юзик. Юзик, иди ко мне. О, смотрите. Эвелон стал батьком. Я бы провела стрим, где бы ты, знаешь, эти. Смотри, вот это мой недовольный сразу инстан. Заспавнился. Что ты недовольна? Юзыковна. Это чисто злого такой. Как сказать-то? Бля, реально, зай, давай купим себе. И проведем. Денис! А что ты? Ты обиделся сегодня на нас? А почему? Дениска. Почему? Блядь, что Дениска? Почему? Она в розовой, и его зовут Денис. А, это все Денис. А ты как ты относишься к тому, что это стоит 300 лир? Все. Очень дешево. А вот это 140 тысяч рублей где-то. Что? А что так дешево? 300 лир. Это 1000 рублей, да? Это очень дешево. Вот так! У нас такие игрушки по 3000 рублей стоят. Это чисто чел из чата такой. А можно в него засунуть что-то? Ой, тихо. Мне надо ничего засовывать туда. Я бы, знаешь, зло сюда засунул. Как раз и так, вот так. О, тут тоже бэйби можно засовывать что-то. Че ты, кентик? Бэмс. О, это ты чисто.
со штрих-кодом своим, блядь, тогда. Жопа-то еб... Я тебе не так больно ударила. Ай. Он мне всю жопу уже отбил. Чат, скажите ему, что он вас слушает. Ну, смотри. Точнее, нет, не слушает никогда. И что, блядь? Не знаю. Ты играла с таким? Нет, у меня не было денег никогда на Барби. Ну, мне тоже не было. Мы с тобой два бомжа ебаных. Да, у нас не было денег. Speech Angel. Ай, жопа болит. Надо тебе поцеловать. А, конечно. Все, вон, смотри. Прикольный. Надо туда провода тебе все складывать, слышишь? Да, тут, нет, провода ничего. Все складывать, нет, ничего, надо еще в магазин. Он не слушает. Да, пошли. Тебя, знаешь, ты такой регистрируешься, и тебе такой, у вас есть багаж? Ты такой, да. Все. Я хочу в Макдональдс. Попробовать хотя бы. Один бургер. Или ты захочешь сразу есть тоже? Что нужно? Что нужно? Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. KFC говно. KFC стоп. Был? Нет. Это очень вкусный зайк. У меня прыщи зайк. Ничего, не буду. Не, не буду.